А, Герр Блажкович, я Ганс Шмидт, радист кружка Крайсау. Знаю, вы спрашивали о Золотом Рассвете, но я мало что знаю об этой организации. Об их руководителе, Леониде Александрове, много лет ничего не было слышно. Теперь же он считает, что спасет мир от черной магии. Следовательно, он либо псих, либо идиот. А теперь, если вы не против, я займусь приемником. Auf Wiedersehen. Нельзя терять ни минуты, Блажкович. Иди за мной к церкви. Отдержать, янки! Осторожно! Вернулся. Недавно мы увели у нацистов ящик с кристаллом. Что тебе нужно? Понятия. Не имею, зачем они нужны, но тебе продам с удовольствием.
Если надо, поговори с продавцом. Мне уже рассказали о твоем походе на раскоп и о русском, которого ты освободил. И все-таки, что этим нацистам там понадобилось? Не понимаю, зачем ты все еще торчишь в Айзенштадте. Чего бы там ни накопали нацисты, союзникам бы это тоже пригодилось. Скажи Каролине, чтобы заглянула на днях. У меня для нее подарок. Янки здесь! Пошли, пошли! На помощь! Блажкович, на помощь! Шайся! Я не могу выполнить это задание, поэтому мне нужна твоя помощь. Тебе придется проникнуть на склад и украсть шифровальную книгу, пока она еще там. Склад отмечен у тебя на карте. Помощник генерала снова в городе. О, я! Какой? Это шпион!
Ахтунг. Охрана была усилена в связи с учащением случаев кражи боеприпасов, оружия и медикаментов членами сопротивления. Любой посторонний на территории склада будет расстрелян на месте. Командир, в этой зоне обнаружен шпион. Сопротивление хочет совершить очередное покушение, глупцы. Вам следует отправиться в укрытие. Хорошо. Привести охрану в повышенную боеготовность. Есть! Вот, уберите шифровальную книгу в сейф. Я буду у себя. Возникнут проблемы, свяжитесь. Так точно. Потом я и сказал, а твоя сестра... Сдавайся и умрешь быстро! Экспериментальное оборудование, которое прибыло вчера из Берлина, было переправлено в замок в соответствии с приказом генерала Цетты. Патрули могут вернуться к обычному режиму работы, но все КПП должны оставаться полностью укомплектованными до тех пор, пока мы не поймаем тех, кто виновен в продаже оружия сопротивлению. Здесь!
Кружок Крейсау перехватывает секретные переговоры нацистов, но не имеет возможности их расшифровать. По просьбе раненого агента я согласился похитить шифровальную книгу с надежно охраняемого склада. К счастью, мне удалось преодолеть охрану и найти книгу. Надеюсь, ты принес много денег. Хочешь совершить покупку? Гутен так, агент Блажкович. Янки, мы просмотрели шифровальную книгу, которую ты выкрал со склада. Но там все закодировано. Тебе придется украсть кодовый диск из квартиры офицера. И не оставляй свидетелей. Посмотри на карте, где живет офицер.
Увидимся. Нельзя терять ни минуты, Блажкович. Иди за мной к церкви. Видели шпиона в этой зоне? Ищи укрытие! Иди за ним! Видели его? Вызовите командующего! Теперь-то ты испугался. Укрытие! Вперед! Майнгер, к сожалению, книжник, производивший допрос агента «Золотого рассвета» на базе СС, подтвердил наши самые худшие опасения. Кто бы ни стоял за побегом молодого агента «Золотого рассвета» из раскопа, этот человек забрал также второй тулийский медальон. Надеюсь, вы сможете объяснить ситуацию генералу Цетте, упомянув о том, что на посту в это время находился капитан Мюллер. Выходи! Янки! Все!
Всем вперед! Он здесь! Майнгер, сообщаю вам о том, что, к сожалению, молодой агент Золотого Рассвета, которого мы захватили в плен на месте раскопок, был освобожден в результате нападения мятежников. Охранники, которые не смогли обеспечить должный уровень безопасности, были примерно наказаны. Уверяю вас, что всем людям, находящимся в нашем распоряжении, был дан приказ вновь захватить агента, а также узнать, кто организовал его побег. Что, трус? Тирпиц затонул у берегов Англии и не смог выполнить задание – уничтожить Лондон с помощью ракет. К сожалению, при этом был потерян первый тулийский медальон. Согласно манускриптам, в месте раскопок должен находиться второй медальон. Мы должны приложить все усилия, чтобы обнаружить данный артефакт. Без него мне будет значительно сложнее продолжать исследование тени. Поскольку шифровальная книга, похищенная мной со склада, бесполезна без дешифратора, я отправился за ним в дом генерала. Как и ожидалось, дом хорошо охранялся. Пришлось прорываться с боем. Но я все-таки выполнил задачу. Дешифратор скоро доставит на явочную квартиру кружка Крейсау, а генерал замолчал навсегда.
прячься! Меня загнали в угол! За тобой хвоста не было? Чем могу помочь? Рад, что ты вернулся. Мало кому удается заглянуть к нам второй раз. Хочешь чего-нибудь? Иди к черту! Отступай!
Сюда! Здравствуйте, агент Блажкович. Я очень волнуюсь. Мы послали двух членов Золотого Рассвета выяснить, что творится на ферме, на которой обосновались нацисты. Их нет уже 2 дня. Что ж могло случиться на ферме? Если увидите или услышите хоть что-нибудь о моих друзьях, сообщите доктору Александрову. Приветствую вас, агент Блажкович. Добро пожаловать в Золотой Рассвет. Мы, ученые, исследуем оккультные явления. Наш руководитель, доктор Александров, основал эту группу 50 лет назад. Мы защищаем мир от тех, кто стремится нарушить природное равновесие с помощью сверхъестественных сил. Возможно, репутация доктора Александрова не безупречна, но нашей цели этого сказать нельзя. С твоей стороны было очень безрассудно давать кристалл Нахдзона незнакомому американцу. Я это прекрасно понимаю, но мне кажется, что он наша единственная надежда. Ладно. Ты еще молод, что с тебя взять? А я мог бы предположить, что ты так поступишь. Итак, вы агент Блажкович. Я Леонид Александров, глава Золотого Рассвета. Времени у нас мало, поэтому слушайте внимательно. Мы приехали в Айзенштадт, потому что нацисты нашли здесь кристаллы Нахдзоны. Они связались с силой природы, которой не понимают. Вы отказались отдать нам тулийский медальон, но сейчас разговор не об этом. Я вижу, что вы опытный боец, и хотел бы попросить вас о помощи. Недавно отряд наших братьев отправился на разведку. С тех пор они ни разу не выходили на связь, но моему агенту удалось узнать, что с ними произошло. Найдите его в пивной «Вороново гнездо». Я отметил ее на вашей карте. Отправляйтесь туда прямо сейчас, агент Блажкович. И никому не говорите о наших делах, даже союзникам.
Держите рот на замке. Рад с вами познакомиться, агент Блажкович. Я Павел Черных, библиотекарь Золотого Рассвета. Сергей говорил, что вы видели в тени каких-то существ, но там же не может быть ничего живого. Я изучаю этот вопрос. Если что-то узнаю, сообщу вам. А, агент Блажкович, с возвращением. Благодаря вашему подвигу на раскопках нацисты остались без кристаллов или медальона. Что же касается найденной вами реликвии, то она представляет собой некие врата, но я не представляю, куда они ведут. Я попросил Павла выяснить это. О, кстати, краденые кристаллы встречаются на черном рынке. С их помощью можно увеличить силу медальона. Сергей уверен, что выжил только благодаря американцу, который нашел тулийский медальон. Этому американцу он и отдал кристалл. Итак, сила тени в руках Янки. Это плохо. Мы ничего не можем сделать. Пока. Да пребудет с вами удача. Пошел! Эй, Шваль, кто не боится солдата Рейха? Вот он так! Ты сорвешь задание. За Ганса! За величайшего солдата Рейха! Я за Ганса! Агент Блажкович, вы нам нужны для важного задания. Несколько дней назад двое бойцов Золотого Рассвета отправились проверить кое-какие слухи о соседней ферме. Сегодня утром один из них вернулся тяжело раненый. Он умер, не успев ничего рассказать. Но у него был кристалл, как у вас, только похуже. Мы не солдаты, поэтому вынуждены просить вас отправиться на ферму и выяснить, что стало со вторым бойцом. Что-нибудь нужно? Thank you.
Ты что тут делаешь? Иди отсюда, а то пожалеешь. Я знаю, о чем вы думаете, Биджей. Но мы не могли спасти этого человека. Здесь слишком много нацистов. Нас бы застрелили на месте. Но подождите. Хорошо смеется тот, кто смеется последним. Ходил сегодня в госпиталь к Дитеру. Его не было в палате, а медсестра в приемной не нашла о нем ни одной записи. Это дело рук нацистов. Они захватили это место. Майн Гот, что же они с ним сделали? Это наш Янки. Извини за беспорядок. Мы как раз занимались заключением сделки, когда этот нацист прервал нас. Что мы будем делать с телом? Оставим в покое. В последнее время тела в Айзенштадте сами куда-то деваются. Гутен так, Блажкович. Забирайтесь в кузов, я отвезу вас на ферму. Ферма, на которой обосновались нации, чуть дальше по дороге. Удачи, Биджей! Yeah.
Осторожно! Взять его! Держать строй!
С гордостью сообщаю, что строительство подземной железной дороги к консервному заводу будет завершено на следующей неделе. Хотя эксперименты продолжаются. Скоро прибудет первая партия кристаллов. Капитан Кронер, во время последней инспекции я обнаружил вопиющее нарушение режима безопасности во вверенном вам центре. Требуется немедленное удвоение охраны и укрепление центрального входа в подземный бункер. В случае, если мои указания не будут исполнены в кратчайшие сроки, на ваше место будет назначен офицер, который в состоянии своевременно выполнять приказы командования. Осторожно!
наш шпион! Хотя первые эксперименты дали положительные результаты, в ходе исследований становится ясно, насколько сложно искусственно создавать кристаллы Нахтзонна. В связи с повышением скорости роста наблюдаются дефекты структуры кристаллической решетки, и значительная часть кристаллов оказывается непригодной к использованию.
С этой проблемой удалось справиться путем выращивания большего количества кристаллов и определения наилучших с помощью блудшляхеров. Не справитесь! Развяжите меня! А, это вы, агент Блажкович. В глубине этой пещеры хранится кристалл Нахтзоне. Ваша задача — добыть его. А я тем временем поищу пути отхода. Эта дверь закрыта щитом. Чтобы ее открыть, нужно отключить генератор. Чего же вы ждете, Биджей? Идите за кристаллом Нахтзоне. Поиски нарушителя! Я пошли! Убейте!
Осторожно! Мороз по коже от этих тварей. К сожалению, только они могут вынюхивать нужные кристаллы. Пожалуйста! Нет! Пожалуйста! Нет! Thank you.
территории боец сопротивления. Ликвидировать немедленно. Какой-то щит! Щиты загонов отключены!
Чтобы завоевать доверие Золотого Рассвета, я отправился на ферму, где пропал агент этой ложи. Там я нашел подземную базу, на которой нацисты пытались выращивать кристаллы Нактзоны. К счастью, мне удалось спасти агента и привести базу в полную негодность. Интересно, с какой целью они вкладывают столько сил и средств в изучение Черного Солнца? Взять его! Пошли, пошли! Граната! Надо отойти назад! Я слышал о том, что ты вытворил на раскопе. Нации уже бесятся. Хочешь чего-нибудь купить? Хочешь чего-нибудь купить? Thank you.
Осторожно! Закрытие! Здравствуйте, агент Блажкович. Давай же, нужно все собрать. Доктор Александров сказал, что нацисты будут здесь. Агент Блажкович, я просил вас всего лишь освободить наших собратьев, а вы разгромили всю базу нацистов. Но ваша миссия увенчалась успехом, поэтому я хочу снова прибегнуть к вашим услугам. Медсестра, которая работает на нас под прикрытием в госпитале неподалеку, говорит, что с тех пор, как это место захватили нацисты, там происходит что-то странное. Выясните, что там происходит. Я обозначил место на вашей карте. Постарайтесь не уничтожить его тоже.